Вот уже четвертый год подряд день мученической кончины брата Иосифа Муньоса Кортеса собирает под сводами Татьянинского храма Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова его духовных чад, почитателей и тех, кто впервые для себя открыл удивительную личность этого подвижника благочестия. Нас Господь не оставляет, и просто, опять же таки, есть уста, чтобы говорить, есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Мы с мужем тоже были на Ваганьковском кладбище, и, значит, идем, и уже заканчивается как-то так, уже темно уже стало, и подходим, стоит народ у могилы, и трое поддатых мужичков, но один из них так читал стихи, что мы стояли, мы просто, вы знаете, ну, как бы мы не слезливые, но вот были слезы на глазах. И один из них написал стихи Талькову. И это была как раз могила Талькова, и от нее шла такая необыкновенная благодать и какой-то свет, не то что даже внутренний, а внешний свет. И стояла женщина с маленькой девочкой, а у Талькова там такая фотография, и вы знаете, очень какой-то странный такой свет, обыкновенная фотография как бы в рамке. И вот как ореол, как будто бы высветился, и такой неестественный свет. И у меня муж так у меня тихо говорит: слушай, говорит, а кто ему, как, откуда вообще ореол нарисовался такого неестественного, какого-то ультрафиолетового цвета? А эта женщина, она услышала, она говорит: ой, вы знаете, говорит, на самом деле, говорит, эта вот фотография все время меняется, и все время меняется вот этот цвет, говорит, вот на прошлой неделе он был желтый, сейчас вот он такой вот фиолетовый. То есть, говорит, как-то вот, понимаете, то есть это есть, это все вокруг нас, конечно. И поэтому и Тальков мученик, он пострадал за нашу страну, и Иосиф мученик, он пострадал за, чтобы, может быть, мы были все живы. Вот. И Иосиф, конечно, очень хотел поехать в Россию. Иосиф, вы знаете, ближайшая точка, куда он приблизился, это была Болгария. Он был в Болгарии буквально за несколько там лет, до там год или два до своей кончины, и собрало 60 тысяч человек, очень большое количество людей приходило на эти деньги, которые люди приносили пожертвования. Иосиф, значит, все, естественно, отдавал, значит, там отремонтировали много храмов. Вот. Но в Россию не было благословения, тогда не были еще церкви соединены, поэтому многие спрашивают. Ну, Иосиф такой человек, он жил по благословению, это первое. И второе, он всегда, понимаете, у него была такая черта, он говорил: ты знаешь, говорит, я в ответе за то, что я с иконой, потому что, говорит, я не могу на человека сказать что-то грубое, хотя иногда хочется. Я, говорит, не могу ответить как-то не очень, потому что, говорит, скажут: о, какой, смотри, с иконой ходит. То есть я все время, как бы, он себя очень близко ассоциировал с иконой, и для него, и вот и иметь икону рядом, это означало быть таким достойным ее хранителем. Дорогие братья и сестры, я хотела буквально несколько слов сказать о любимом человеке и засвидетельствовать о святости брата Иосифа. Господь сподобил по его огромнейшей милости, что в детстве я его видела. Я не была лично знакома близко, но я его видела в Лесинском монастыре. В Лесинский монастырь он очень любил приезжать. Он был иконописцем, и зимний храм Лесинской обители он сам его расписал. В детстве, когда я приезжала в Лесинскую обитель, я не понимала, я чувствовала, что он какой-то особый человек. Был какой-то маленький ажиотаж. Брат Иосиф приехал. Вот. На французском языке фрер Жозеф. Я в детстве не понимала, почему его все фрер называют братом. Я не знала, что он был монахом. Но, в принципе, было так принято, что его так называли. И когда мне было 13 лет, мне Господь сподобил к этой чудотворной иконе приложиться. Икона пахло неимоверно, вот просто никакие духи не могут передать этот, значит, благоуханный вот этот аромат. Я помню, как в Лесинской обители эта икона посередине храма, значит, она лежала. Брат Иосиф в сторонке был, он очень был скромный. Вот его вот эта скромность и смирение очень сильно выдавалось. Видно, что он был какой-то особый человек. Я от иконы никак не хотела уходить. Я была метр 50, в общем, где, ну, может быть, не больше 2 метров от этой иконы я стояла девочкой и никак не хотела уходить. Литургия закончилась, все уже переложились, я уже переложилась, но от иконы, ну, никак. И вдруг брат Иосиф поворачивается очень быстро и идет к выходу. Я вижу в этот момент между иконой и братом Иосифом, я его вижу, и лучезарный свет, нетварный свет, как можно его назвать, вокруг него полностью. С
головы до ног полностью вокруг, он в свете. Я ничего не придумаю, я это вижу. И я понимаю, что тогда, я, может быть, у меня было чистое сердце, что Господь мне сподобил это увидеть. И не только свет, а этот свет еще была теплота, исходила из этого света. Как вы знаете, пламя, мы зажигаем свечу, вот немножко какой-то свет. А это было сантиметров как хотя бы 20. Как на иконах есть нимб, рисуем святым, только голову, а у него вокруг полностью был свет, полностью. И первое вот чувство, что у меня было, первая мысль, это пойти за ним, и на самом деле я стала идти за ним, ему сказать, я вас люблю. Ну, чистой любовью с большой буквой «Л» – любовь. Вот, чистая вот от своего сердца. Он выходит очень быстро, не знаю почему, может быть, что-то нужно было. И я за ним. Он идет быстро, а я за ним. А потом уже мои вот эти мысли уже начинали меня как бы это обрабатывать. И начинаю вот. И в конце концов я к нему так и не подошла, и очень жалею это. И я рассказала одной сестре вот в Греции, в монастыре Святых Ангелов, вот эту историю. Она меня как бы успокоила и сказала, не волнуйся, брат Иосиф так знает, что ты его любишь. Он это чувствовал, то есть ему не надо даже было сказать. И у меня был целый в голове, в детской своей, целый, понимаете, я придумала целую стратегию, как я к нему могу подойти, чтобы ему сказать, что я его люблю. А потом я подумала, ну как, я все-таки девушка, мне 13 лет, может быть, что он подумает обо мне, если я скажу, что я его люблю. И начинаю придумывать себе целый сценарий. Но пойду, я сначала скажу, что я, значит, дочь православного священника, протоиерея Михаила Гудкова, который как раз был духовником много лет в Лестницкой обители. Нет, я думаю, нет, может быть, с этого не надо начать. Я, может быть, начну, я знаю, может быть, нет, у меня другой вопрос, будет поинтереснее. Я подойду и скажу, спрошу, пусть у меня расскажет историю этой чудотворной иконы Божьей Матери. В общем, пока я все это думала, я, значит, остановилась как раз, значит, на пороге храма, это в летнем храме было, в Лестницкой обители, вот такой каменный был, значит, ступенька. Я на этой ступеньке, я еще помню, смотрю, он уже давным-давно уже пошел очень далеко и зашел в этот, значит, большой корпус, где сестры жили. Вот, а потом буквально какое-то время прошло, очень коротко, месяц или чуть больше, я узнаю, что его убили. Себе не представлять, какой для меня это был удар. Вот, буквально прямо до его смерти в Лестницкой обители я его видела, он приезжал с чудотворной иконой. Я точно не помню, я помню, где это было осенью, в октябре, и я предполагаю, что это было, значит, каждый год в Лестницкой обители там справляют, значит, как по-русски сказать, то есть престольный праздник монастыря. Он очень любил этот монастырь, приезжал несколько раз в году. И с детства Господь сподобил, что я просто уже с пеленок, просто уже с рождения была в этом Лестницком монастыре, проводила и лето, и какое-то время. И я не знала, кто брат Иосиф, но я чувствовала вот своим сердцем, детским сердцем, что он такой особый и любимый человек. И маленькое еще какое-то маленькое чудо хотела рассказать. В прошлом году я была как раз на его вечере, посвященной о нем. И я сфотографировала эту чудесную икону. То есть фотографию брата Иосифа. Смотрите, какой он. Потом в своем телефоне, вы знаете, я не знаю, как те лайки и все, я, может быть, молодая, но я как-то не очень прогрессивна в этих делах. И смотрю, у меня сам телефон, вы знаете, электроника очень умная. Она мне выбрала, у меня очень много фотографий в телефоне, она мне выбрала две любимые, там, сердечками, две фотографии. Одну фотографию Иисуса Христа, которую я сфотографировала в Польше, такое известное католическое сердцем. А вторая, сам у меня выбрал вот фотографию брата Иосифа. Вот. Спасибо. И хотелось рассказать про Лестницкий, тоже интересный монастырь, свои какие-то воспоминания личные. Я была глубоко беременная как раз в это время, Ира, когда вот вам было 13 лет, вторым ребенком, и я была больше 100 килограмм, очень тяжело у меня как-то было, все это был июль месяц.
Вот, размер, значит, 43-й мужской обуви, живот какой-то вообще, как будто там тройня будет, все очень тяжело. И, а в Америке за этим следят, там 13 килограмм прибавил, все, ты уже расписку пишешь, что врачи за тебя уже ответственность не несут. А тут, значит, я все пухну, и все не рожаю, сны какие-то странные снятся, я звоню Иосифу, он в Лесне как раз был. Я говорю, Иосиф, я не знаю, я помру, наверное, я не знаю, что будет. Он говорит, все нормально, я приеду. И вот он приезжает с иконой к нам домой, 3 дня, значит, он у нас дома жил с иконой, тогда было много чудес, но это уже не сегодня. И вот, знаете, сегодня хорошо. И вот был такой момент, значит, он мне говорит, ты родишь на большую луну. А я говорю, Иосиф, какая луна? Я говорю, мне надо рожать, я уже переходила все сроки. Он говорит, большая луна, ты родишь. Значит, мне звонят врачи из госпиталя, говорят, слушайте, говорит, вам, говорит, надо, говорит, ну, вот эти схватки искусственные. Я говорю, нет, я буду ждать. Они говорят, чего вы ждете? Вы уже вес, значит, это, все. Я говорю, я буду ждать большую луну. Они говорят, ну, все, сумасшедшие, приезжайте, расписку пишите, что, значит, все, ответственность снимаем с себя. Ну, мы с мужем приехали, расписку написали, большая луна. Большая луна, Сергий Радонежский. Я должна была родить в начале июля, значит, мы уже там и Антошей думали, и Петра, и Павла думали, вот, а оказалось, что Сергий Радонежский в 9 утра родили спокойно, без всяких там, каких-то там проблем, то есть ребенок нормально родился, вот, то есть Иосиф помолился, он говорит, все нормально, жди луны, вот, поэтому Лестницкий монастырь, конечно, Иосиф тут, понимаете, а чудо какое было, меня взяло сомнение, вот, он приехал, значит, приехал, и мира было очень много в этот раз, и, значит, я стою, и мы можем. И я такая, у меня мысль, думаю, даже если бы она не мироточила, даже если бы это все было неправда, все равно такая благодать, что я бы, наверное, верила. И вот эта мысль у меня проскользнула, лукавая такая. И в этот момент Иосиф поворачивается ко мне и говорит, значит так, сегодня икона будет спать с тобой в спальне. И, знаете, а я думаю, Господи, услышал, узнал, как вообще, что, и мне так стыдно стало, а он никогда икону от себя не отпускал. И тут, значит, он дает нам икону в нашу спальню, значит, я молюсь вечером, и, конечно, можно было, вот, ну, пилот вот этот вот, да, то есть там внизу открывается, там складывалась ватка, и мне вот так вот стекало, значит, на ватку, потом он открывал, и икона, значит, наполнялась вот эта вот ватка, и он уже собирал там в ватке, вот видите, значит, такая вот система сложная. И вот, и потом раздавал. И, значит, я помолилась, он демонстративно открыл, забрал всю вату с миром, значит, и положил абсолютно сухую вату. А, мне попросил еще вату принести, я принесла вату. Значит, он положил эту вату и послал меня спать. И, значит, утром, когда я проснулась, естественно, я могла эту икону разобрать, там что-то посмотреть, как-то, ну, по своему не такому. Не верила. И в конце концов, я что-то утром просыпаюсь, а Иосиф вставал очень рано. Он совершал правила, он много молился, он вставал очень рано, я вставала всегда поздно. И тут, значит, я просыпаюсь, он уже с мужем сидит на веранде, пьет чай. И он говорит, ну что, помолилась, проснулась. Я говорю, да, он пошел за иконой, забрал икону, открыл при мне прям. И знаете, а там столько мира, то есть там вот все полностью наполнено миром. То есть это был такой ответ, что ты даже не сомневайся вообще ни в йоте, ни в одной запятой, которая, да, вот существует. Вот, поэтому такие мысли у меня навели и Ирин рассказ, спасибо Ира большое. Вот, но у нас сегодня приехала еще поэтесса, значит, Нина Крылова, которая хотела прочитать нам свои стихи. Я думаю, что мы сейчас тоже вместе с ним, он с нами сейчас молится, и мы вместе с ним помолимся, Богородице. Но сначала я прочитаю о молитве, а потом уже будем молиться. Пусть как родник живой звучит молитва, она дыхание, пульс души. Да не умрет она, покуда в теле битва, Пречистой Богородице и день, и ночь зови. Она утешит и от бед покроет, как мать родная на руки возьмет, росою чистою лицо тебе умоет и тихо колыбельную споет. Она научит крепкою быть в битве, она научит Господу служить, она научит постоянству и молитве, она научит всех и вся любить. У брата Иосифа тоже было постоянство, он всегда молился. О, Пресвятая Мать и Дева, ты мир и грешников покров. Ты наша лестница на небо, прощение всех моих грехов. Ты нам помощница в напастях, ты мать и Бога, и Творца. Ты мать и нищих,
и скорбящих, ты веселишь детей сердца, ты веру в людях укрепляешь, ты помогаешь и целишь, ты всех и вся благословляешь, на всех с любовью глядишь, ты сына слезно умоляешь, от бед избавить и скорби, честным покровом покрываешь своих израненных детей, хотя нередко он и медлит, не вдруг нам помощь подает. Он смотрит, как ребенок верит и как надеется и ждет. Стучи, проси и не сдавайся, о слабая душа моя, от сердца кайся и смиряйся, и Бог помилует тебя. Господь, научи меня любить не только тех, кто любит, понимает, но тех, кто предает и оскорбляет, и за собой того не замечает. Господь, научи меня прощать, прощать от сердца, искренне, с любовью, и злом за злом не отвечать, и чтоб чужая боль была моей любовью. Господь, научи благодарить за то, что было, есть и будет, и научи меня в молитве слезы лить, и мир твой пусть всегда со мной будет. Да, прекрасные стихи, как молитва, на самом деле. Спасибо вам большое. Вот, и знаете, тоже вот хотела сказать такую вещь про Иосифа, то, что он удивительно, все, кто с ним соприкасается, да, или при его жизни, или вот после его смерти уже, как-то вот нас Господь объединяет. И вот сейчас очень хотелось предоставить слово тоже Петрову, это наш прихожанин, мы много лет встречались, мы в один тот же храм ходим, Большого Вознесения, и вот так вот получилось, что на почве Иосифа мы познакомились, я открыла для себя такой кладец, и Павел вот пообещал, что скажет нам тоже, что вот он почувствовал, когда соприкоснулся с братом Иосифом, хотя не знал его вообще никогда. Даю слово. Спасибо, Ксения. Вы знаете, это очень красивое название фильма, действительно очень точное название. Посланник. Почему это важно? Это важно, потому что Господь дал нам всем свободную волю. Ну и мы, конечно же, этим пользуемся. И пользуемся по-разному иногда. Так что вот что-то нужно делать. Начинаем ждать чуда, просим чуда. И как сегодня вот Алексей сказал, мы привыкаем, да, вот это ежедневное чудо литургии в храмах, да, или вот воскресные службы. Иногда и это, к этому тоже привыкаешь. Господь милостив, у него очень много терпения, он дает нам вот что-то дополнительное. Мы, когда готовили с Ксенией какие-то материалы, так получилось, что я еще более внимательно прочитал книгу, и я больше визуалист, я посмотрел на его иконы. Вот сегодня мало про это говорили, но он ведь очень хороший иконописец. Он писал великолепные иконы. И вы знаете, вот это вот меня поразило. В этом плане меня поразило два момента. Первое, то, что мы забываем. Мы знаем правила, да, мы знаем заповеди, мы читаем Евангелие, мы ходим в церковь, мы слышим, опять же, вот это привыкание. А здесь вот сама судьба. Молодым человеком, 14 лет, он принял решение, он сделал выбор. И он не отклонился от этого пути ни на йоту до своего конца. Вот это дает силы. Когда ты это узнаешь, когда ты видишь пример и разговариваешь с людьми, которые вот его знали, которые рассказывают, это дает силы. Второе, это то, что вот он как свеча. Вот свеча зажигается, она горит, ты видишь этот свет, чувствуешь, отходишь, он куда-то пропадает, но ты можешь тоже зажечь свечу и идти
к другим людям, те, которые не чувствовали вот это тепло, не видели вот этот свет, и передать. Вот в моей жизни несколько раз было, когда Господь помогал. Помогал встречами, какими-то необычными обстоятельствами и встречами с посланниками. Да, такая встреча была в Лондоне в 98-м году с владыкой Антонием. И вот вся история с мощами Григория Никисарийского, это было очень связано как-то, вроде бы случайно, но это произошло. Тогда это было в помощь, потому что непонятно, для чего я там оказался, и мы с моей семьей думали, собственно, что мы здесь делаем. Оказалось, что вот единственная вещь, которая... Единственная причина, почему мы там оказались, это то, что нужно было вот встретиться и перевести эти мощи, и сейчас они в храме на Полянке. И вот сейчас тоже, наверное, ну, не самый легкий период в жизни, и вот брат Иосиф, он сейчас вот через Ксению, через Алексея, через многих людей сегодня, да, которые говорили о своем личном опыте, о своих личных впечатлениях. И вот эта вот атмосфера сегодняшнего вечера, это тоже очень укрепляет. И спасибо брату Иосифу, и мы просим его молиться за нас перед Господом Богом. Спасибо. Это наше ощущение, что вот мы испытываем, и то, что мы все вместе, и то, что действительно у нас есть эта свечка, и нам есть куда стремиться, и в трудные минуты нашей жизни вот надо все-таки помнить, что Господь нас не оставляет, и святость вокруг нас и в наши дни существует. И еще хотелось бы перед тем, как у нас Евгений Фокин споет, да, Жень, на тебя надо как напоследок тоже оставили, хотелось, знаете, предоставить слово моему очень большому другу Александру. Вот на самом деле Александр удивительный такой человек, очень скромный, очень такой вот, ну, как кажется, что незаметный, но потрясающая душа, потрясающий подвижник. И вот благодаря ему, на самом деле, имя Иосифа тоже во многом благодаря ему, оно как бы пошло по России. Вот, мы с Сашей были вообще не знакомы ни разу, и получилось, что Саша привез мой фильм, и, в общем, он его как-то так очень здорово перевел на те рельсы, на которых можно было это показывать все, и, в общем, в YouTube это все появилось, и потом мы познакомились. И вот, знаете, и это человек, который, через которого очень-очень много делается добра. Поэтому, Александр, вам слово, и вот я вас специально наконец оставила, потому что вы все-таки сторожил, а у нас так вот все сегодня чередовалось. Вот, и хотелось бы, чтобы вы нам тоже сказали. Я хотел сказать о том, что вот сегодня тоже было две маленькие радости, потому что все, что я уже там раньше рассказывал, это одно, а сегодня две маленькие радости. Вот когда выступала женщина из Воркуты, ну вот, ну, в Воркуте, ну, получилось так, что кто видел фильм «Посланник», там написано «Телевидение Республики Коми». Воркута – это Коми, да? И так получилось так, что в 2005 году вот на могиле брата Иосифа мне подарили, не подарили, а послание передали, кассету с телевидения американского, мастер кассета, которая оригинал, да, и чтобы попросили, чтобы я привез в Россию и помог распространить. А она там формат очень сложный был, и чтобы, когда у меня жена была в Республике Коми, я приехал туда, она работала на телевидении, и я попросил, чтобы переформатировали, понимаете? Да, да, вот, вот понимаете, и вот когда она говорит, это было в 2005 году, этот фильм показали впервые по всей Республике Коми, по Коми-телевидению, понимаете, вот как, почему Коми там оказалось, ну вот, и то, что это уже было, если храм Иверской Божьей Матери строили в 98 году, да, а это был 2005 год, и все, вся Республика видела, и плюс еще потом несколько раз это показывали, это вот уже маленькая радость, которую я сегодня испытал, и вторая маленькая радость, когда Татьяна Васильевна передавала бутылочки с маслом с могилы брата Иосифа и песочек, то два года вот я это собирал масло, каждый день менял в лампаде на Джунравиле, каждый день менял и вот эти бутылочки разливал, да, вот как раз. И песочек брал с могилы, тоже рассыпал и накопился. И поэтому на могиле, конечно, там много чудес было, много интересных встреч, но самое важное, что вот...
все мы сегодня чувствуем, что брат Иосиф живой, и вот эта жизнь, которую он принес с иконой и восполнил, усилил, она передается, и вы своими сердцами сегодня все чувствуем этот свет, эту радость, благодать, которая... И я благодарен всем за то, что вы пришли, нашли время, чтобы почувствовать эту благодать и укрепиться в вере. Спасибо организаторам огромное, потому что как раз нам нужно вот наше время, когда та благодать начала 90-х годов теряется, и как раз нужно укрепиться в вере. И то, что вот сейчас брат Иосиф, как раз нужно время, он укрепляет нас в вере. И то, что я хотел сказать, что продолжение вот не случайно на этой иконе, как раз икона царя-мученика, потому что 7 числа будет 20 лет иконе мироточения, иконы царя-мученика, и как раз после убийства вот эта икона замироточилась здесь, в России. И он как бы вот эту благодать... приняла эта икона, и очень рад, что как раз многие люди тоже 7 числа пойдут на вечер и тоже думают, что это здорово было, чтобы вот эта икона тоже была на том вечере, потому что это большая преемственность и большая сила, которая исходит от того света русского зарубежья. Спасибо, Господи. Саша, мы оказалось, что мы жили в Америке в то же самое время, но в Америке мы не познакомились, а вот уже познакомились спустя много лет в России, тоже через брата Иосифа. И я теперь хоть наконец узнала, почему там не ABC, а Коми стоит. Для меня это первый раз открылось, я этого не знала, чудного рассказа. Вот. И значит, в конце хотелось бы, конечно, чтобы у нас выступил Евгений. Женя, ждем ваших песен. А здесь сама Царица Небесная вот его взяла и вот так вот, и, как говорится, обозначила для всех. Вот. Но я первую песню мне хотелось бы как раз вот о нем и спеть. Она называется «Встреча». Это песня на стихи монаха, который сейчас как раз в данный момент находится на Афоне, где брат Иосиф получил вот эту чудотворную икону. Причем вот тоже хочется сказать о том, что вот само, я просто по милости Божией так очень часто бываю на Афоне, сейчас с паломниками вот езжу. И вот это место, я часто туда прихожу, это «Скит Клемей» называется. Вот. И все время вот меня вот этот момент потрясает, что ему же сначала икону отказали, и вдруг что произошло? Вот это вот самое большое чудо, что старец Климент вдруг его догнал утром и вручил, сказал: «Царица Небесная хочет быть с вами». Это, конечно, вот потрясает постоянно. Мы и встретились, светлый ты наш человек. Воды речные вспенились, ты словно одна из рек. Реки несут спасение земле, городам, цветам. Муки твои и успение ранили совесть нам. Реки порой разливаются, Божий промысел свят. Память людей стирается скорбной рукой утрат. Но не сотрутся лики с наших икон никогда. Плач инквизитор великий, умерла звезда, она на плече пречистой, розой цветет душистой, дева звезду кропит, кровью своих ломит. Имя звезды Иосиф, ученик наших дней. Давайте сомнения отбросим, смиренно пойдем за ней, смиренно пойдем за ней. Пойдем на последние битвы с духами злобы земной, в мир покаянной молитвы.
одна звезда за собой. Ну вот, наконец, мы и встретились. Светлый ты наш человек. Воды речные вспелись. Ты словно одна из рек. Благодать Афона, она велика, и, видимо, вот это все не случайно, то, что икона с Афона прибыла в Россию. Вот сейчас все знают, что происходит такое вот смущение большое насчет Афона, но хочется сказать вот несколько слов о том, что это все-таки есть удел Божьей Матери. Никакой там Варфоломей или кто-то еще там, они не есть хозяева. Это вот есть на Афоне есть старец, папа Янис его зовут. Такой знаменитый, ему уже за 90 лет. И вот к нему паломники так вот, как говорится, стали выспрашивать у него. Там, батюшка, скажите, что ж вот будет теперь с Афоном? Да как же русским-то теперь вот приезжать, не приезжать? Он говорит, а что, Бог умер уже, что ли, говорит? То есть вот такой, такой ответ старца был. Вот. Ну и вот следующая песня тоже на стихе монаха Салафиила, который пишет замечательные книги, замечательные стихи. Называется «Светогорский рассвет», как раз тоже об Афоне. Таинственный Афон, да рассветая, здесь вечный свет рождается на свет. Афонский сад, словно икона рая, тут Бог живой, в котором лести нет. Тут Бог живой, в котором лести нет. Тропой Афонской бережно ступаю, иду с молитвой вдоль святых калит. Вот птицы в небе образуют стаю, а вздохи иноков куют мечи для битв. А вздохи иноков куют мечи для битв. Лежит земля за горною грядою, там убивают мертвых и живых. А над Афоном, над горой святою, молитвы песен за мертвых и живых. Молитвы песен за мертвых и живых. Молитва к Богу, таинство пустыни, молитва непрестанная, хранящий в сердце райские святыни. Афон встречает Бога и рассвет. Афон встречает Бога и рассвет. О, солнце, солнце, не оставляй пустыню, не покидай Афонскую вершину, и наши судьбы ты благой верши, и наши судьбы ты благой верши. И еще одна песня, она тоже на стихи замечательного поэта, даже кто-то наверняка его знает, это старец Симеон Афонский. Вот, у него очень много книг про Афон, такие созерцательные, очень красивые. И вот одна из песен, она называется «И свет и тень». Как раз вот, наверное,
ассоциативно так где-то будет сочетаться с, вот, с той обстановкой, которая сейчас происходит, что все делится на добро, на зло, свет и тень, в общем-то. Вечерний колокол границу обозначил, событий множество для прошедшей день. На то, что сделать я хотел, что не успел, не начал, что разделилось навсегда на свет и день, и свет. Сопротивления тому, что колокол вещает не спеша, и ночь взяла на себе все думы и волнения, а день все то, что сделала душа. Братья Иосиф, я слышал уже давно, еще в 90-х годах, вот, слышал о том, как он путешествует с иконой, удивительный человек. И потом уже облетела весть, что он мучительски погиб, если я просто не ошибаюсь, сейчас где-то в гостинице при прилете, вот, исчезла икона Гавриловская, чудотворная, вот, поэтому так вот. Необыкновенно все, кто его знали, сегодня по возможности прибыли сюда, вот, пообщаться между друг другом, поддержать друг друга, вспомнить с таким даже, вот, можно сегодня сказать, радостным все равно, при всех этих событиях, минувших, с радостным таким вот чувством, что все-таки не так все просто жизнь наша складывается, что она не заключается в каком-то потребительском таком вот состоянии человека, вот, а именно имеет опору на жизнь вечную, на дары и такие вот, что называется, необыкновенные чувства, вот, человеческие такие вот, любви и жертвы, прежде всего, конечно, вот, по отношению друг к другу. Панихида, очень благодатное присутствие чувствовалось брата Иосифа. Но я надеюсь, что когда-нибудь последнюю панихиду отслужат, а потом будут «Христос воскресе» петь, когда будут поминать брата Иосифа. Вот. Не знаю, когда это будет, но мы в этом не сомневаемся. Смерть не требует его служения. Его смерть мученическая не требует, по-моему, дополнительной канонизации. Так что молится о нас, Царица Небесная. А вы, получается, православный журналист, да? Журналист. Ну да. Вообще да. Сложно быть православным журналистом, работать в средствах массовой информации, которые... Понимаете, мне трудно сказать, потому что нашему средству массовой информации 27 лет ровно. Так что я вообще иконописец. И журналистом стал случайно, потому что когда мы радио «Радонеж» организовали, я пообещал, что сделаю несколько передач о иконах Матери Божией, а потом уеду снова храмы расписывать. Но так как мы как раз первая передача была, первая о России, Дом Пресвятой Богородицы, а потом первая на Иверскую, была Кириопасха тогда, 91 год. Ну а как же не сделать потом о Касперовской в среду?
потом живоносный источник в пятницу, и так пошло в течение года. Еще пытался уезжать, расписывать, но до сих пор 27 лет радио наше, как детище, поэтому не бросишь. Мне уж трудно сказать. Вообще православным человеком, не знаю, особенно трудно, не трудно. Каждому свое послушание выполнять, и все, и тогда не трудно. Вот и все так. Так что слава Богу за все, да. Иногда просто приходит время, когда чувствуешь, что лучше нету, чем быть с Богом. Да. Такие вот ситуации бывают. Когда приходишь, вот я работал там много на эстраде, там, а там душа и просит чего-то такого, а этого нету. И вдруг раз приходишь в храм, раз пришел, два, там, сейчас я профессиональный звонарь. Уже не сейчас, а уже 15 лет. А в каком храме? Я работаю в музее в Коломенском и в храме Григория Нечистарийского. У меня уже и жена звонит, и сын звонит. Замечательно. Просто вечер народ не хочет расходиться. Кто поет, кто стихи читает, кто на гитаре играет, кто на фортепиано. И народ так подружился буквально. И мы встретили, вот, например, исполнителя песен Евгения Фокина. Это тоже сегодня у нас произошла встреча. Благодарим всех!